Всем привет! Ну, видимо, пришла все-таки пора вернуться к просмотру турнира. А это значит, что раунд 2 Феанор против полковника Талбота. Красная. Британец. Возможно, мотор. Полковник Талбот. Голландо-германец синий Феанор. По развертыванию. Основной удар будет происходить на фокстроте синей стороны. Но вместе с тем и большая группировка поедет на центр. Голландо-германец, посмотрите, как здесь много всякого дерьма. Здесь на полном серьезе хватает юнитов, чтобы вызваться и туда одновременно. Британский мотор платит очень дорого за каждый транспорт. Получается значительно дороже за счет этого. Ну, развертывание по флангам. Попытка занять фокстрот, попытка занять браво. А потом уже отыгрывать по ситуации. У нас сразу же приезжает Феанор. Ага, основная группа поехала именно на Альфу Браво, а не на Фокстрот. Здесь, ну тут без шансов с синей стороны выиграть такое количество юнитов. Ну просто приезжаем, ставим немножко пацанов и все нормально. Теперь основной удар. Мотор, к сожалению, вынужден обороняться. Британцу недостаточно сил. Не хватает ему мощей, чтобы одновременно и обороняться, и объезжать. Но, конечно, САС отряд неплохо было бы отправить на Чарли на старте. Приехали аккуратненько, заняли лес. Нет попыток забрать и город, и лес одновременно. Попытка пройти на дельту. Средняя удача паршивости. И что у нас получается? Феанор, в принципе, занял все территории, которые хотел, но не бесспорно, что на Фокстроте, что на Браво. Есть красные юниты. Ну а полковник Талбот занял то, что ему позволил сделать голландо-германец. Собственно, я не представляю, как он сейчас будет выигрывать эту игру. Ну, посмотрим. Пошел заход в город снизу. F-111. Вот он как собирается выигрывать через 111-е. Ну, откровенно прохладная история. Приехали, увидели Леопарда C+, увидели S-111. Это значит, что можно некоторое время по земле не вызываться синему игроку. Вытаскивать чисто ПВОшки, истребители, захватывать преимущество в воздухе. Как раз приехал Роланд, как раз вышла КВС-ка. И в дальнейшем уже с полной доминацией по воздуху доминировать по земле средними танками и отличной пехотой. Выкатили оба игрока КШМ-ки, у Феанора чуть больше, поинтов 37 на 0, Браво оккупировано. Попыток облезда объета нету. Ну и смотрим, как разворачивается бой. Инициатива полностью за синим игроком, за Феанором. И скорее всего он будет давить на дельту с целью протянуть свою КШМ-ку. Сивишка на Браво поехала. Как-то это парировать у красного игрока вот сейчас уже не получится. Возможно, в перспективе только если. Приехали командос. Ну, отлично. Допустим, да? А как ты будешь здесь работать против АМХов с третьим лбом? А как ты будешь бороться с мардерами? На мой взгляд, крайне неудачный выбор деки от полковника Талбота. Ну, серьезно. Вот здесь работать без серьезного прикрытия танков. Напоминаю, что танковый бой выигрывает пехота. А пехотный бой, как ни странно, выигрывают танки. И поддержка вот этих командосов, там даже, допустим, мексосами. Да даже, блин. Ну нет, Леопард он недостаточно эффективен. Хотя бы мексосами будет уже давать преимущество красному игроку. Но это мотор, здесь нету серьезных танков. Светится флагпанцер. Возможности выбить его сейчас нет. Флагпанцер сам едет под туры. О мой бог, это каша, это просто. Это личный ад для Феанора. Раз, два, три миномета одновременно работают. Но ничего не выйдет. Минометы хорошо работают, когда у тебя есть давление по земле. Когда у тебя этого нету, оно все бесполезно. Леопард. Вернее, флагпанцер. Минус.
Потихонечку, помаленечку выдавливаются красные войска с дельты, и уже можно ставить КШМ-ку. Три леопарда контрить банально нечем, а приехавшее подкрепление позволит закрепиться раз и навсегда. Выехал леопард первый. А, кстати говоря, у голландо-германца Феонора нету ФОБа, а у красного британца ФОБ есть. И... а нахрена? Заряжать линксы? Ну, не знаю. Не буду я, конечно, это оспаривать решение от полковника Талбота. Но, как по мне, выглядит весьма-весьма прохладно. Судя по тому, что нет колесных юнитов, судя по тому, что нет... по крайней мере, я пока не вижу тяжелых танков. Это именно мехдека у Феонора, голландо-германская. А мехдека с мотором играют абсолютно, абсолютно однобоко. У мотора нет шансов против мехдеки. Даже если мотор, как обычно, возьмет и заберет себе спокойно старт, чего здесь не произошло. Пока я тут рассказывал, погиб 2-1. И как же жестоко карают минометы. О, боже ж ты мой. О, найс. Минус леопард один от воздуха. Не было на позиции истребителя. Не отработал Роланд. Ну и пока я тут рассказываю охуительные истории про то, как выигрывает механ, полковник Талбот умудряется вышибить этот самый механ с дельты. Как надолго? Очень дорого ставить так адац. С одной стороны, очень эффективно. То есть погиб убивает все, что видит. Но это безумно дорого. 110 очков платить. Погиб еще один, 2-1. А вот здесь Феонор, на мой взгляд, совершает ошибку. Дело в том, что чем дороже танк, тем дешевле пехота. Это золотое правило. Если у тебя 2-1, самые дорогие танки в твоей деке, вытаскивай гренадеров. Нехватку гранатометов ты легко нивелируешь танковыми пушками. А 100 друпины не позволит тебе намаситься. Как раз лучше всего зашел бы именно спам. Нельзя сказать, что у красного игрока пехота именно лучше. И тут и там есть лычка. Но у механа именно имеется возможность перемасить в 2-3 раза. Только вот не надо 2-1. На халяву, боже ж ты, да что ж ты делаешь-то? О. Выехал, подставился, опиздюлился, потерял все 2-1. Поехали мексосы. Ну, наконец-то. И слушайте, пацаны, а ситуация-то меняется. Ситуация-то уже не такая, как была изначально. Есть огромное количество спама, который еще и можно вычинить. Въехали более серьезные танки, которые способны на равных плюс-минус подраться с 2-1. Кстати, лучше 2-1 пока поставить. Еще минус одна машинка отстреливается. Хорошо. Одновременно работает полковник Талбот и на фланге, и в центре, окружая группировку синего игрока, выбивая его в абсолютно невероятных условиях. Это просто, мать его, нечто. Перемасить пехотой механа! Да как так? Флагпанцеры под ударом, Роланд под ударом, а МХ-ов недостаточно, чтобы справиться с леопардами. Еще и Линкс 3 есть, ПВО больше нету. Блеск, просто отлично. Но, тем временем, 163 на 0. То есть даже несмотря на такую подливу, Феонор все равно выигрывает. Рандом, попытка рандома КШМ-ки, мимо. Не хватает пехоты. Сейчас как раз нужен стек пехотинцев, вместо этого вытаскиваются леопарды. Зачем стек пехотинцев? Сражаться в кварталах. Забирать кварталы, выбивать гусаранов, пытаться снять синюю КШМ-ку с Альфы. Тем временем, здесь люксы проезжают на базу. Ну, вряд ли они уже что-то сделают. Хотя, слушайте, погибает. Погибает пехотинец. Никошенко уже в опасности. Так, возвращаемся сюда. М41А1 без топлива.
Подъезжает пехота, но слишком поздно. Не своевременный заказ. Вот если бы была пехота вместо леопардов вызвана, имелась бы возможность занять дома на Альфе. Так, 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 мимо. Есть Викерс, ну да, Ишемка уже защищена. Ну и второй Викерс тоже вряд ли что-то сможет сделать. Вернее, Люкс. Так. В чем изначально, на мой взгляд, была ошибка Феонора? Он не домасился по пехоте и не пытался сражаться за это направление, позволяя Талботу спокойно вытаскивать разведку, адацы, птуры и прочую-прочую херню. Вот здесь именно погибли два первые. Отлично, найс. Минус Кошенко, плюс 2 для полковника Талбота. Но своей фишки нету. Она уже вызвана, но не едет вперед. Успеет ли? Отличные минометы по птурам. Не, ну джавелины, конечно, не достанут. Это вообще без шансов. Да. Боится Талбот идти вперед. А у него фактически другого-то выбора и нету. Надо вытаскиваться и сделать себе, если не плюс 4, то хотя бы гарантированное плюс 2. При этом у него сейчас нет гарантии того, что он привезет Кошемку, и она там выстоит. Вот подъезжает красная, но здесь уже есть и синяя. Ну а с другой стороны, опять же, у синего игрока, у Феонора, нету ПВО. А это значит, 111-е смогут свободно уничтожать Кошемки в любом количестве. Главное попадать. Так, на флангах там какая-то возня происходит. Люксы бегают, АМХы бегают. Люкс отличная машинка, кстати говоря. Всем рекомендую ее брать. По своему опыту я знаю, что у голландгерманцев, как правило, не бывает бомберов. Это не есть хорошо, это плохо. Более того, у него нет арты, у него нету ланса. И Кошемку да выбить сейчас хер получится. Здесь только минометами попытаться. Снова плюс 2 у Талбота. И ситуация-то отличная. Теперь синий игрок должен ломиться. Снова плюс 3. Скорость. Нет, миномет немножко не там. Ты мажешь. Арта идет по этому лесу. Лес — это, понятное дело, самая очевидная позиция из всех возможных. И если вы хотите забрать Альфу вот так, как сейчас делает Талбот, никогда не ставьте Кошемку именно в этот лес. Туда полетят первые залпы, Сишка будет убита моментально. А Талбот отлично поставил Кошем. Вот и стоит теперь угадывая, она вот здесь, или вот здесь может быть. Все еще плюс 2, все еще нет возможности выбить красного игрока. Но это уже, конечно, косяк самого Феонора. Вызывайся. Не два первые. Что-то подешевле нужно. У красного игрока нет какой-то критической массы танков. Ты вполне можешь одним-двумя два первыми, при поддержке Бисрайна, естественно, оказывать себе ДПСную поддержку. А основные поинты вкладывать именно в мясо, в спам. Нексусы, конечно, не помогут, все в дымах. Только сейчас появляется возможность пострелять по два первых. И Кошемка выбивается. Вот это можно было сделать гораздо раньше. Гораздо. Даже если ты потерял Кошемку на Альфе. Так, глянем, что на флангах происходит. На флангах тишина и спокойствие. Ну и все. Феонор умудрился проиграть против значительно более слабой деки на удобной для себя карте. Только сейчас начинается продвижение на фланге, которое, опять же, должно было происходить гораздо-гораздо раньше.
Просто приехал, столпился на одном участке. И с разных сторон его размотали. Британцы. Еще раз погибает Сивишка, и это сокрушительная победа британского мотора. Ошизеть. Так, переходим к следующей игре. Так, вторая игра. Карта, я уже, пацаны, сори, забыл, как называется. Неважно, не об этом хотел сказать. Вы прекрасно видели предыдущую игру. То есть, чисто можно организовывать победу через деку. У тебя сильнее дека. Но нет, в ранке это работает немножко не так. Как, кстати говоря, и в командных играх. Ты можешь брать и менее эффективные деки, и за счет креатива бешеного микро. И, конечно же, удачи выигрывать более сильные расклады противника. Ну а мы наслаждаемся очередной игрой. Фианор, синяя сторона, тот же самый голландо-германец. Красная сторона, американец, полковник Талбот. Снова синяя сторона, фоба нет. Красная сторона развертывается с фобом. И вот оно что получается-то. Полковник Талбот уже готов артить. Увидим ли мы сейчас стандартную игру через спам рифлменов и танки, либо же это будет игра через воздух от полковника Талбота. Будем посмотреть. Начинается разъездка. Развертывание Талбота, конечно, гораздо слабее, его просто банально меньше. В-150 90 мм. Ну такое. Огромная группировка синего направляется на Дельту с целью захвата Чарли. На Чарли минимальнейший деф, однако пробивается тем временем Браво. Ну и на Эхо занимается базовый дефенс. Кстати говоря, вот этого синего мяса при небольшой поддержке пехоты достаточно, чтобы разобрать армию на Эхо. Так, какая-то пробуксовка пошла между Дельтой и Чарли. Уже полностью уничтожен Фианор на Браво. Сразу же попытка объезда люксом. Не получается ее законтрить. Но Талбот уже видит, что люксы едут. И начинается заход. Весьма спорный способ. Весьма неоднозначный способ развертывания от Талбота через дальнюю дорогу. Я такое вообще впервые вижу, если честно. И очередная пробуксовка. Фианор приехал, но не поднимается наверх. Чего же он ждет? Когда враг займет позиции и будет отстреливать из инвиза в борт. Приехала тем временем синяя кшемка. Значит, у Фианора уже все хорошо. Посмотрите, как забирается Браво. Просто привел гренадеров и не парится, не пытается где-то воевать. Есть небольшой кусочек занятый. Но в перспективе можно будет этот успех развить. Или же, наоборот, защищаться. Не обязательно занимать именно в одиночку полностью все дома. Начинается объезд люксом. Там наверху, если посмотрите, смавы пробегают вперед. Очень концентрированно наступает Фианор. В одну точку привез все войска. Несложно здесь что-то противопоставить ему Талботу. Переезжает HA из центра. Еще один Абрамс. И спам. По танкам уже достаточно. Не помешало бы Чапаральку. И рифлмены до конца. До Талова. Писрайн в небе. Аша Абрамс выезжает, его видно. Писрайн не реагирует. Абрамс уезжает. Нэви Силс отхватывает от Мардера. Отлично, минус один танк. Рифлмены никем не прикрыты. Аша Абрамс далеко. Ух, тяжело. Даже если здесь сам Абрамс выживет, поддержки у него нету. Он не решится, скорее всего, поехать вперед. Или решится. Давай, тебе нужно просто отправиться вперед. Минус люкс. Писрайн не видит. Ух, тяжело. Укрепляется полковник Талбот на центре. Приехал отряд рейнджеров для занятия домов. Кошемку, по идее,
Феанор должен был видеть, как она проезжала, и должен понимать, где она стоит. Приехало подкрепление. Один отряд пехоты, 2-1. Верхний на позиции готов стрелять в борт. А у Абрамса нет топлива. Он может встать в любой момент. Началась атака. Берется Абрамс в клещи. С трех сторон наступление. Снова подъезжают рифлмены, снова рифлмены отгребают от Веркининга. Работает Мардер. Выключено орудие, нет топлива. Просто на халяву Феанор забирает от Таша Абрамс. Плохо разыграл, плохо скоординировал свои действия Талбот. В итоге получилось, что танк остался без прикрытия, танк может умирать. Понятно, что такое. Ладно, неважно. Просто потеряли Флегерфауст. Или Флигельфауст. Неважно. Плюс 3 у Феанора. Стала КШМ-ка на верхнюю единичку. Ну и в принципе, преимущество по очкам уже колоссальное. Даже Thunderbolt вряд ли сможет создать преимущество для Талбота. С Мавы тем временем добрались уже до самой базы. Забрали еще. Давайте посмотрим. Забрали еще один транспорт. Но КШМ-ка не там. Нет. Нет. Нет Талбот. КШМ-ка в другом месте. Есть лонгбой. Отлично. Минус лонгбой. И да, это победа. Уверенный разгром противника Феанора. Весьма сложно отыгрывать за американца. Как раз потому, что ты не можешь делить свою армию на части. И при слабой организации, слабой поддержке по воздуху могут возникать такие ситуации, когда пехота погибает отдельно от танков. Так, ну, пошли дальше смотреть, что там у нас. Третья, счет 1-1. Третья игра. Ад на клочке земли. И перед тем, как все это дело начнется, напоминаю, что в субботу, завтра, состоится шоу-матч между Кротом и Грейхаундом. Два претендента на топ-1 Best Player in the World. На текущий момент это Greyhound. Предыдущий топ-1 это Крот. Сразятся друг с другом на случайных деках. Колодах, собранных в рандомном генераторе карт. Это будет мега зрелище, которое состоится в субботу. Но когда появится запись, я вам обещать не могу. Чуть позже. В течение недели. Огромное спасибище за поддержку человеку, более известному как Талиген и Ромайн Лес. По-моему, так, ник. Сейчас проверим. Роман Лес, Павел. В общем, спасибо, пацаны, за поддержку в турнире, за помощь в формировании призового фонда. Приз будет небольшой, но реальный. Болеем, конечно же, за Грейхаунда. Ну, ладно, пацаны, камон, ну за Крота и так все болеют. Кто-то же должен за Грейхаунда. Переходим, наконец-то, к матчу. Так, синий механ за Феанора. Понятное дело, синий. Красный. Боже, как же это называется, дека-то? Ланжут. Германа-данец. Так, основной удар... синего механа на Фокстрот без КШМ-ки. Второй игрок также развертывается без КШМ-ки. У Талбота опять фоб. И снова начинает Феанор без фоба. Какое-то личное предпочтение играть без фоба, не вычинивать, видимо, танки. Но нет, на самом деле танки он должен вычинивать. Просто без арты играет человек и без вертолетов. Очень аккуратное, очень защитное развертывание на гольф. Буквально так по краешку. Но вот от полковника Талбота я, конечно, такое вижу просто впервые. Он вообще не приехал на Фокстрот. Занял позицию наверху. Из танков 1-2 четверка. Что ты ей сможешь сделать на такой широкой контактной карте? Непонятно. При этом никакой активности на гольфе, да. Отбился на Браво. Ягери сработали отлично. Тем временем есть пробегание ягерей в тыл. Идет уже сражение за дома.
Огромное количество мяса и все в одной точке. Можно это бомбить. Да, бомбовозов нет. Наконец-то подъезжает автоматик. Подъезжает 2-4. И вот сейчас-то это все получится остановить. Автоматик перебьет всю пехоту, а 2-4 расправится с 2-1. Ну, теоретически, понятное дело. Тем временем, Феанор 82 очка. 84, 86. А Талбот только сейчас ставит КШМ-ку. Уже есть преимущество у синего игрока. Пересекают ягери реку, но газелька их засекла. Газелька возвращается, сейчас будет пытаться Феанор их выбить. Да? Нет. Нет. Нет, показалось. Она просто так вернулась назад. Ягери справились с своей задачей, пошли вычищать леса, прошли чуть дальше, чем это требовалось. Ну да ладно. Не совсем понятно, что смог, чего смог добиться Феанор этим пушем. Вот он приехал, вот он встал между, перед этими домами, между рекой и скалой. Приоритетными направлениями являются именно Гольф и Фокстрот. Причем на Фокстрот заходить нужно через Гольф, то есть справа, и через центр. А вот эта ситуация навсегда заканчивается примерно так. Сажается какое-нибудь мясо, подъезжает сзади танчик, и дальше ты пройти никуда не можешь. Тем временем драгонеры проходят уже к КШМ-ке. Ну, ягерей выбили, ладно. Кстати, ягери постояли здесь, посветили, увидели, что КШМ-ки нету. Неплохо было бы артить именно сюда, вот в этот лес. Ну и вместо того, чтобы вытаскивать подкрепление для продолжения атаки, половина армии Феанора сражается с двумя драгонерами. На полном, мать его, серьезе. Здесь тем временем К-200 и Леопард 2-1 получают по щам в бесплодных атаках. Бесперспективное совершенно направление для атаки. Вот что я пытался сказать ранее. Так, КВС-ка у красного игрока. Курнас у синего. Здесь нет поддержки. Так. Ушел. Курнас жив. Пошли штормеры выбивать ягерей. Ну, серьезно, это правда надо? Здесь сколько там? 75 поинтов? А зачем? Ладно. Не я играю эту игру. Феанору явно виднее. А Талбот тем временем уходит в глухую оборону. Опять же, не вижу смысла. Зачем, почему тебе нужно выкатывать КШМ-ки, делать себе хотя бы плюс один, а лучше плюс два. Укрепляться на Браво одного драгонера недостаточно будет. Ну и кошемится. Ну а на текущий момент все зоны спорные. То есть ты, где бы ты ни, играя за красного, где бы ты ни поставил кошемку, синий игрок ее сможет заблокировать. Ларс по штормам с такой дистанции уже неэффективно. По штормерам. Приехала КШМ-ка синяя на Гольф, не высаживается, а между прочим, это важно. Сейчас как раз Феанор может сделать себе пул очков, 150-200, и уходить в глубочайший деф до конца игры. И хрен, что Талбот сможет с этим сделать. Хороший арт-удар, но бессмысленный. А Ларс практически не наносит урона. Только станет. И после ударов Ларса сразу же необходимо начинать наступление. Тут произошла небольшая задержка, пехота успела восстановить часть морали с Шейкина до Ворида. Как вы видели, надеюсь. Ну и атака менее эффективна, чем могла бы быть. Идут вперед драгонеры, танки вне позиции. Они могут банально не успеть приехать на бой, на раздачу. Тем временем вышибают сюда эти драгонеры синего игрока с леса. Начинается настоящая лавина. Сходит, вернее, настоящая лавина. Огромное количество 2-1. Просто колоссальное. 4 штуки. 5 транспорта, поддержка. 10-поинтовые танки. Отличная реализация сильных сторон ланжута. Спам, спам, спам. 2-1, спам, автоматик, спам. 2-1, спам, автоматик. Вот так играет ланжут. И автоматик. Да, еще раз автоматик.
Абсолютно не готов. Феанор. Три штормера. Две КВ-25 с пехотой. М-163ЦС. Очень сильно он вложился в атаку направо. Непонятно зачем. А тем временем масса юнитов прожимает его до виспа. Плюс один за Талбота. Так, я что-то ошибся в начале, да? Это не Талбот, как я подумал, ставил. Вернее, не Талбот. Да. В общем, я немножко накосячил в начале. 178 у Феанора, у красного, у Талбота меньше. То есть это Талбот должен был кошемиться, у него было... Он должен был атаковать. Да. Ну ладно. Тем не менее, Чарли сейчас занята. И в ближайшее время выбить ее вряд ли получится. Автоматик порубит любое количество пехоты, спама, мардеры вторые сделают то же самое. Ну а танки без прикрытия не смогут зайти на Чарли. По идее, Ландьют это мега сильная дека, но и мега специфичная. За нее сложно реально отыгрывать. Особенно на широких фронтах, особенно против Балтики, Еврокорпуса. Но вот уже у синего механа серьезного преимущества нету перед Ландьютом. Ну и мы теперь ждем банально, когда наконец-то Феанор сдастся. Здесь я абсолютно не вижу никакой перспективы. Конечно, можно напасть с фланга. Но вот, например, Мардер, вернее, Абрамс М1 без топлива. Юнитов заранее сюда не вызвано, чтобы повернуть наступление в другую сторону. Два первые уже погибают от гренадеров. Прекраснейший Ларс. Без базара. Не повезло, что не получилось его реализовать. А шанс был. Приезжает Кобра, а здесь два Бахтайгера. Боже, это просто избиение. Тем временем Сачангсу забирают кусочек Браво, но там и стоят Ливгардены чуть подальше. А это значит, что Сачангсу скоро погибнут. Ну и, собственно, пожалуй, что все. Плюс три у Талбота. До последнего воюет настоящий воин Феанор. Как там в песне-то поется? А, я забыл песню. Но неважно. В общем, там пелось про то, что Феанор не мог остановиться, из-за этого греб от кого-то там. Ладно, я не помню, неважно. Ну, ситуация повторяется. Не может вовремя остановиться Феанор, и силы зла давлеют, превозмогают его. Кстати говоря, колоссальное преимущество по поинтам. Если мы сейчас посмотрим статистику после боевую, там будет что-то в районе 2-3 к 1 в пользу Ландьюта. Очень много красных юнитов. Полная доминация по воздуху от Талбота. За счет чего? А за счет того, что Феанор просто приехал, встал между Фокстротом Браво и спокойно, никого особо не беспокоя, подождал, пока его разнесут с разных сторон. При поддержке Ларсов. Что, сука, характерно? ФОП вообще пустой. То есть Ларсы работают по КД безостановочно. Я такого просто не ожидал. Да. Ну что, можно поздравить полковника Талбота. Отличная игра. Потрясающе хорошее исполнение весьма сложной деки ландьютовской. Ну и в общем-то мне больше добавить-то и нечего к этому. Больше все-таки Талбот, вернее Феанор, не доиграл за счет своего неудачного выбора направления атаки. Приезжают наконец-то с фланга, уже когда нахер не надо. Абрамс и Мардера не составит труда повернуть атаку в ту сторону. Да, 3700 на 1900, почти в два раза. Блеск.
Это было, пацаны, избиение. Если первые игры были равны и интересные, с небольшим преимуществом Талбота в первой игре, и с небольшим преимуществом Феонора во второй, то третья игра оказалась просто разгромной. Что ж, напоминаю, в субботу будет матч Грейхаунд-Крот. Реплей появится чуть позднее на моем канале, и я сильно надеюсь на канале Енота. Ну а мы на этот текущий момент прощаемся и ждем выхода следующего ролика из этого же турнира. Второй раунд окончен, переходим к третьему.